Я скажу, вот этот пацан играет на гитаре, вот этот на басу, я играю, я пою, а вот этот пацан лобает на барабанах. Вот так, так вот нормально получается. Теперь Митя должен повторить то же самое. Он пиздоболит, этот пиздоболит ее за больше, этот собирает бабки, я тихо отмалчиваюсь, как это все делаю. У меня есть крузак. В ближайшее время мы собираемся делать полноформатный альбом. Вот. А это, да, была разминка. Вот перед концертом для того, чтобы оживить ребят,
Мы сделали эти две песни. Надеюсь, знаешь, один песен за 11 лет, это неправильно. Нужно делать что-то новое. То есть у нас есть сейчас 13 песен. Эта песня, которая сейчас прозвучит, она о политике, старая песня, но она остается актуальной. Ничего не изменилось. Мной движет хардкор. Как-то раз я вам давал уже интервью и сказал, что не я попал в хардкор, а хардкор попал в меня. Вот. И до сих пор вся эта движуха во мне. Вот это мной и двигало. Плюс панк-рок сцена тогда была слишком лайтовая. И для того, чтобы ребята объединились и как-то показали свою силу тем, кто нас хотел обидеть, как бы. Мы собрались, собрали ребят, начали лупить, всем понравилось. И вот то, что получилось сейчас. Короче, дело в том, вот это хардкор сцена. Когда мы собрались опять, просто получилось так, что
у всех без вот этого вот хардкор-зернышка пустота какая-то определенная есть. Ее нужно чем-то заполнять. А чем еще можно заполнить? Бухалом? Ну, не вариант. Группа Dice, вы, наверное, знаете такую песню. Если ты боишься в этом мире потеряться, хардкор – место, чтобы остаться. Это реально, ну, наше место, да. И мы здесь будем оставаться. Зверь знает тексты всех групп, которые он слушает. Всех альбомов. Пока не эмигрируем на небеси, мы как бы, да, мы будем здесь. Да, ну, типа... А Достоевского процитируешь? Нет, Достоевского пиздец не люблю, если честно. Вообще не Достоевского. Вот, короче. Мы будем здесь, нравится вам, не нравится. Мы на месте решим, да? Ну, типа, имеется факт. Да, мы в хардкоре с детства. В последнее время лично я наблюдаю, как ослабилась вообще наша хардкор-сцена, да? За последнее время подупала, ребята. Мало кто, мало того, что ребята ссорятся между друзьями, друг друга. Завалите ебало, дайте сказать. Короче, ребята ссорятся, никто ничего не делает. А раньше-то было-то как? Все-то, наверное, не знают, да? Знают только старики и то, те, кого я знаю в лицо. Раньше мы становились друг за друга в любых раскладах. Это песня «Зуб за зуб». Это наши... Это наши правила жизни. И мы их не сдадим. Thank you.
Хотели бы видеть ее реально крутой. Короче, блядь. Настоящий. Чтобы было много контор, много людей, много фэнзинов. И не только в интернете. И вообще всего. Нужно чтобы работать над молодежью. Чтобы люди, да, реально чтобы ощущали себя одним целым вообще в хардкоре, да. Чтобы каждый человек пытался что-то сделать, оставить какой-то после себя след. А на данный момент мы этого не видим нихуя. Пацаны распизданничают, тусуются, просто прожигают жизнь, превращаются, как Ваня сказал, в картофельных пацанов. Это неправильно. Это неправильно. Ребята, вы же знаете, что такое настоящий вообще стиль, что такое настоящая жизнь. Но зачем вам возвращаться к тому социуму, который вот тянет вас обратно, вот райончики и вся эта вот хуйня. Зачем? Можно же просто быть в хардкор движухе, можно делать что-то для этого, можно ощущать себя одним целым в хардкоре с ребятами. Это же твоя семья, всегда тебе эти люди помогут по итогу. В общем, и для того, чтобы работать над теми людьми, которые еще не определились, и переубеждать тех людей, которые встали на неверный путь, мы продолжаем играть и дальше. Как один из факторов, почему мы продолжаем, ты, наверное, спрашивал, да? Ну, типа, потому что мы не согласны с тем расположением вещей, которое сейчас имеется. И мы считаем, что в наших силах это как-то поменяется, хотя бы в наших силах, да? Ну, типа, и мы будем продолжать упорно. Да, типа, и непрерывно, да, и сильно, и мощно, ну, долбить эту стену. И поверьте мне, она права. Да, Руслан! Конечно. Да! Yeah.
естественно, я стал отцом, я стал серьезнее как бы относиться к жизни. Пересмотрел многое, но текста, допустим, мои принципы, убеждения и все остальное во мне. Короче, все те же самые 40 слов, которые были раньше, они сейчас просто в другом порядке. Ничего не меняется. Вот, и как бы текста, да, они становятся взрослее, и так далее. Но агрессия и бандитизм в моих текстах будет всегда. Гангстеризм. И гангстеризм. Словарь Руслана Шнура составляет. Я не люблю нежных слов. Я не люблю нежную музыку. Я это все называю пиздостраданием. Брин-брин-брин. Вот для меня музыка должна быть жесткой и напористой. Брин-брин-брин. Та же и текста. Старый забытый гимн сцены, блядь. Если кто-то хочет спеть с нами, милости просим. Ближе к сцене. Ближе. Скоро тебе в ебло!